С рабочим визитом в Краснодар прибыл председатель совета директоров энергетической компании Виктор Зубков. В начале встречи он сразу отметил, что в регионе сегодня самый высокий уровень газификации. Голубым топливом обеспечено 80% населенных пунктов. Но совместную работу в этом направлении необходимо продолжать, считает Вениамин Кондратьев. У нас остается актуальным вопрос газификации целого ряда населенных пунктов. Ну, коллеги, надо понимать, там, где газ, там и жизнь. И можно бесконечно сегодня говорить или что-то обещать и уговаривать жителей села, но они будут оттуда уезжать, если мы не создадим условия для того, чтобы жизнь на селе была комфортной. Без государственно-частного партнерства, опять-таки, эту проблему мы не сдвинем. Поэтому, кроме государственно-частного партнерства, нашим станицам, хуторам, да и городам, вряд ли удастся помочь. По мнению Виктора Зубкова, вместе с тем в крае нужно расширять и применение газа в качестве топлива для автомобилей. Сегодня это хорошая альтернатива бензину и дизелю. Горючее на основе газа не только экономнее, самое главное, оно экологически чистое. За последние годы выбросы очень резко увеличились, особенно новороссийские, в Сочи. И вот та линия, которую мы проводим «Газпром», на то, чтобы переводить как можно больше транспорта на газомоторное топливо, мне кажется, вот у вас это особый разговор. Надо нам выработать в этом направлении решение. Но для перевода транспорта на газовое топливо нужны специальные заправки, продолжил Зубков. Однако в крае сегодня довольно сложно найти свободные участки как под их строительство, так и для возведения других предприятий газовой промышленности. Решить эту проблему возможно за счет изъятия неэффективно используемых земель, отметил в свою очередь Вениамин Кондратьев. Там, где земля краевая или муниципальная, мы можем применить льготный коэффициент предоставления ее в аренду или даже продажу. Где она частная, конечно, мы имеем вот те цены, которые сегодня на рынке существуют. Но важно понимать вот то, о чем сегодня мы говорим. Если земля находится у каких-либо юридических лиц или физических лиц десятилетиями сегодня уже, и на ней ничего не строится, не производится, конечно, надо изымать. Поэтому, знаете, вести спекулятивные отношения с государством, тем более, если нужны государственные нужды, надо просто прекращать. И сегодня это самый основной приоритетный вопрос, который я поднимаю на всех уровнях. То есть земля должна работать, а не просто быть ликвидом какой-либо коммерческой структуры. За последние 14 лет «Газпром» инвестировал в экономику региона более 17 миллиардов рублей. На эти деньги построены десятки объектов газоснабжения. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.